Место встречи – это вопросы и ответы обо всем на свете. И в частности, о городе, в котором мы живем. Приходите на место встречи. Получите свой приз. Мы вас ждем. Место встречи. Место встречи. Место встречи. У нас еще есть в запасе несколько минут, и мы можем прогуляться по этому скверу и зайти в одно довольно-таки симпатичное местечко. И скажу я вам, не случайно. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, ваше лицо так знакомо. Да, я уже один раз был у вас. Какая память у меня. Прелесть, приветствую вас. Я не помню, как вас зовут? Максим. Вы готовы ответить на вопрос? Конечно, готов. Рассказывайте нам. Ну, можно назвать две пословицы, такая, как кто не работает, тот не ест. Один в поле не воин. Один в поле не воин. Не под тематикой. Ну, или вот пожелание, например, как всякого культурного человека, приятного аппетита перед едой. Это есть. Два, еще один. Ну и после выхода из-за стола, спасибо. Нет, это не годится. Сейчас. Давай, вспоминай пословицы, поговорки, все, что связано с этим. Сейчас, минуту. Сосредоточиться надо. Как долго ехали на велосипеде? Ну да, минут 10. А из какого места? Ну, с Харьковских дивизий. С Харьковских дивизий? Да. Ну там, чуть ниже. Это классно. Так думай. Сейчас. Четверо с ложкой, один с поварёшкой. Классно. Окей, три. Условия выполнены. Вы уже один раз были победителем? Да, уже был один раз. И тогда же подъезжали на велосипеде? На велосипеде, совершенно верно. То же самое, да? Mm-hmm. Тогда пришлось вам ехать минуту. Сейчас? Сейчас минут 7. А я должен сказать нашим зрителям, это первый раз у нас получилось, что один и тот же человек побеждает второй раз. Самое интересное, первый раз он подъехал к нам на велосипеде, ему пришлось ехать минуту. На этот раз пришлось ехать 7 минут. Точно? Да. Хороший спортсмен, дай Бог тебе здоровья. И я вручаю тебе этот прекрасный приз от фирмы «Сладкий дом». Спасибо. Слышал о такой фирме? Да, слышал, конечно. Вы когда-нибудь пробовали уже продукцию фирмы «Ulker»? Да, конечно, пробовал не один раз. Как вам? Отлично. Вкусно? Вкусно. Я вам желаю сегодня вечером за столом, когда будете пить чай, попробуйте все это. Хорошо? Конечно. И еще я вручаю вам вот прекрасную ручку. Юбилейная ручка от президента фирмы «Сладкий дом». Всего вам хорошего. До свидания. Угу. Может, увидимся еще. Да, вы могли бы сказать что-нибудь хорошего нашим зрителям? Поскольку я не могу просто так пустить вас, вы уже второй раз у нас. Это нам очень приятно, действительно. Пусть смотрят вашу передачу. Добра всем, чтоб дружили. Спасибо. Спасибо. Счастливо. До свидания. До свидания. Вот так. Иногда нужно ездить на велосипеде, чтобы добраться к нам. Но это довольно-таки нам приятно, действительно. Так что смотрите нас, встречайте с нами, играйте с нами. Место встречи. Место встречи. Место встречи. Что такое сладкая жизнь? Все очень просто. Первым приходите на место встречи, отвечайте на наш вопрос и получайте в награду целый клад от фирмы «Сладкий дом». Печенье, карамель и всякие сладости «Ulker». И тогда у вас начинается настоящая сладкая жизнь. Чудеса да и только. Стата чудес. Назовите хотя бы 3 из 7 чудес света. Жду вас ровно 30 минут. Место встречи – это любопытно. Место встречи – это увлекательно.
Место встречи – это поощрительно. Место встречи, место встречи.